Награда для лучших в Анадыре отметили школьников-победителей муниципальных конкурсов. В них участвовали обучающиеся двух школ окружной столицы от 8 до 17 лет, которые добились успехов в учебе за прошлый год. В двух номинациях лучшими признаны 176 учеников города. И сейчас мы под дружные аплодисменты вручим заветные кубки, грамоты и подарки. Не в большом актовом зале, а в скромной, но уютной обстановке под громкие аплодисменты одноклассников в основной общеобразовательной школе Анадыря чествуют юных учеников года. Пандемия вносит свои коррективы. В этом году церемония награждения проходит в классах. Здесь поздравляют победителей муниципальных конкурсов «Юный ученик» и «Лучший ученик». Ими считаются школьники, имеющие отличную успеваемость по всем предметам по итогам каждой четверти и учебного года, участвующие в общественной жизни образовательной организации, достигнувшие успехов в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах различных уровней. Таких в основной общеобразовательной школе Анадыря 70 человек. Все они получили памятные кубки, грамоты, а также полезные школьные энциклопедии. Эти кубки дают за то, что ты очень стараешься всегда, хорошо учишься и помогаешь во всем учителям, всем. И если вы получите очень много кубков, это будет очень хорошо. Нужно очень сильно стараться, достигать больших успехов и быть активным. Как одноклассники относятся к кубкам? Да, они не завидуют? Ну, немножечко завидуют, потому что у некоторых бывает всего лишь одна четверка, а чтобы был кубок, нужно, чтобы все были пятерки. Ну ничего, ну ты их как-то направляешь на то, чтобы они тоже старались. Да, чтобы они были тоже отличниками, получали кубки. Это признание, прежде всего, его, хоть и маленьких, но уже заслуг, и мотивация еще лучше учиться, стремиться узнавать новое, покорять новые вершины, проявлять себя в спорте, в конкурсах, в творчестве. В этот же день юных и лучших учеников наградили и в средней общеобразовательной школе города. За отличную учебу, активное участие в спортивных и творческих соревнованиях здесь было отмечено 106 учащихся. Чествовали как нынешних учеников, так и выпускников этого года. Мы очень гордимся нашими учениками и выражаем огромную благодарность родителям и учителям за воспитание таких замечательных детей. Среди победителей есть 5 наших выпускников 2020 года. Выпускники поступили в престижные вузы страны, и их награду мы передадим родителям. Немного усидчивости, кропотливой работы над заданием и хорошие оценки вошли уже в привычку. Для многих из этих ребят это не первая награда. Кто-то даже имеет собственную коллекцию. Все они являются гордостью не только для своих родителей, но и друзей, одноклассников и, конечно же, школы. С первого класса я начал собирать, коллекционировать уже эти награды. И вот с первого по девятый получается 8 за 8 класс получил. Надеюсь, 9, 10, 11 и коллекция закончится. Для меня это успех того, как бы реальная вещь, то, что я учился, вот приз мой, приз за старание, за учебу, за бессонные ночи. Это моя 5-я награда уже, получается, она за то, что ты заканчиваешь год на отлично. Для этого нужно очень усердно учиться, стараться, быть внимательным на уроках. А в дальнейшем планируешь еще увеличивать количество наград? Да, планирую. Награда, я бы не сказала, что она прям поможет в жизни, но это приятный бонус. Одноклассники гордятся на самом деле. Они очень рады, что я отличница, потому что я очень часто помогаю им. Родители, они безумно счастливы. Они, скажем так, не очень хорошо учились, а я вот идеально. Лучшие ученики были отмечены дипломами, памятными подарками и денежными поощрениями от мэра Анадыря. В их числе участники окружной военно-спортивной игры «Зорница», региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» Чукотки, победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, окружных конкурсных мероприятий «Юные дарования Чукотки», регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах детских школ искусств. Муниципальные конкурсы «Лучший ученик» и «Юный ученик» проводятся в целях поддержки таких одаренных детей Анадыря. Впереди у каждого из этих ребят новые победы и новые достижения. Анастасия Матросова, Арсений Гусев, «Вести Чукотка».